25 августа в учебно-тренировочном комплексе Смоленской АЭС проходил семинар для сотрудников администрации Десногорска по базовому курсу производственной системы «Росатом». На занятии познакомились с культурой бережливого производства, принципами ПСР и системой эффективной организации рабочих мест 5С. Производственная система «Росатом» универсальна, так как дает возможность сделать анализ потерь, найти методику исключения ошибок и потерь в любом производстве. Производственные системы, они направлены на сокращение времени протекания процессов. То, что у каждого человека есть свои задачи, обязанности, и чем быстрее, качественнее и лучше он их делает, тем лучше всем окружающим. То есть здесь как раз вступает в силу взаимоотношения поставщик-заказчик. И вот именно такие примеры с производственной системой «Росатома», то есть будь то применение системы 5С или борьба с потерями, то есть вот такие примеры пытаемся донести до работников администрации. Тренинг определил для специалистов администрации принцип действия ПСР на любых рабочих местах, независимо от того, промышленное это производство, логистический центр или административная структура. Уже после первого занятия у специалистов администрации появились идеи для улучшения рабочего процесса. Будет проведена организация для улучшения с обращениями граждан, непосредственно касаемо приема, личного приема главы граждан. То есть будем работать вот в этом направлении. И также, чтобы была доступна информация для жителей города. Специалисты администрации уверены, что после семинаров по внедрению производственной системы «Росатом» однозначно появятся результаты повышения качества муниципальных услуг.